Thank you.
Махарадж сказал, что последними самыми важными ангелами бхакти, даже выполнение одной из которых может привести к совершенству, являются последние пять. Они вообще перечисляются в определенной последовательности. Я сейчас их перечислю не в той последовательности, которая правильная. Значит, это... Да, говорю, как помню. То есть самое важное — это харинама киртана, на которой держатся все остальные анги. Вообще она перечисляется в серединке, она третья по счету. Затем это Бхагавата Шрама, то есть слушание Шримад Бхагавата от Вайшнава. Это Мадхуравасса, это жизнь или проживание в святом месте, в таком как Мадхура, и под Мадхурой подразумевается и Вриндаван само собой. Затем это поклонение Шримурти, Шрадхая Севана. Шримурти Шрадхая Севана — это поклонение божествам и самое свежее, ну Шрадхая подразумевается. И очень важная анга бхакти, без которой тоже невозможно практиковать, это садху санга, это общение с вайшнавами. Ну, перечислила. Что теперь сделать надо? Здравствуйте. Я список перечислила. Пять. Да. То есть я сказала, что самое важное является намакиртана, на которой держатся все остальные. Они перечисляются в определенной последовательности. Вот. Потому что намакиртана центр. Все остальные выполняются в сочетании с первым. В сочетании с намакиртаной, да. Ну, объяснять, что такое намакиртана, наверное, не нужно. Просто перечислить по этим. Да, ну все не важно. Расскажите очень хорошо, то есть уже со своим глубоким пониманием одной из видов бхакти этих. Если мне память не изменяет, по-моему, садху санга все-таки была в серединке. Нет? Окей, точно. Садху санга. Она прочесалась определенной последовательности. Садху санга была в серединке, все-таки не в конце, она в серединке. Значит, да. Почему она упоминается всегда в середине? Я слышала Гурдева в одной из версий, как бы, что она по аналогии с Бхагавад-гитой. Это глава, которая средней главы, а это как жемчужина в ладце. Значит, ну там дно ладца, крышечка, а вот это, значит, срединная глава, они лежат в этой вот ладце, там закрыты этой крышечкой. Самый сокровенный, как бы, то, что обахнуло непосредственно, то, что важно, оно лежит как бы в серединке. И он говорил, что садху санга — это то, что в серединке вот этих вот находится в середине как бы вот этих видов служения, скажем так, вот этих видов бхакти. Почему? Потому что это действительно ее хоть сначала поставь, хоть середину, хоть в конец, так или иначе, это основа, это фундамент, это платформа. Я помню объяснение за одной лекции Гурудева, когда объяснялось 9 видов бхакти. И Гурудев говорил, приводил этот стих, а дальше Адхата там сатру сангута бхаджина приятна.
куда он не летит, он как бы, он приводил стих, и он говорил, перед Шрадхой, Садху Санга, потом отдал Шрадхатах. То есть так или иначе, и как бы получается, что Шрадху Санга опять, Шрадха опять, Садху Санга, как бы, и может возникнуть вопрос, ну так или иначе, как бы, это действительно то, без чего наша духовная жизнь в принципе невозможна, и смысла как такового даже не имеет, на самом деле. Потому что те 24 материальных элемента, которые перечислены в 13 главе Бхагавад-гиты, как бы как таковые, из них ничего духовного не составится. Составится из чего? И эти элементы перечислены дальше. Это стихи с 8 по 12, это качество. Смирение, терпение, там, доброта, преданность Господу и так далее. Там 20 качеств перечислено. Так вот, из 24 элементов вот эти вот качества не возьмутся. Как бы мы их ни компоновали, как бы мы их ни сжимали, ни упрессовывали, как бы мы их там не переставляли местами, как бы пытались там каким-то перемешать друг с другом, эти качества не возникнут. Из чего они возникнут? Они возникнут только из общения с тем, у кого эти качества есть. Все эти самые качества. Только так, никаким другим образом они ниоткуда больше не появятся. И что это? Это Кришна называет знанием. Он говорит, что вот эти качества, это и есть знание. Он знанием не называет набор информации, который мы запихали себе в голову, разложили там как-то по полкам, по алфавиту, и периодически выдаем каким-то образом. Нет. Знание – это как раз те самые качества, которые проявляются у нас в процессе практики. И эти качества появляются только в общении с возвышенной душой. Тот, кто обладает этими качествами, мы смотрим на него, мы учимся у него, мы хотим быть такими, как он. Поэтому это основа, это самое главное, самое необходимое для нас. Как бы, если мы этого не понимаем, ну, скажем так, ну, это практика неэффективна, она, да и нет практики, она даже не начиналась. Если у нас нет садху-санги, ну, это коротенько. She told that without садху-санга there is no any practice. Кто-то еще из опытных, не буду переводить старых. Открыть еще там. Любой из этих пяти видов бхакти расскажите. Один из них, типа Нама Санкиртана, либо Бхагавата Шравана, либо Матура Васу. Нет, просто от себя рассказать. Дайте ему рассказать. Там радио микрофон. Хари Кришна. Бхагавата Шравана, да? То есть слушание Шримад Бхагаватам, если уже будет точнее, да? Но все его Бхагавадгита мы можем прочитать из других писаний, да? Это Бхагавадгита, это все бхакти-шастры. Все бхакти-шастры у нас, скажем, очень счастливая жизнь, потому что у нас сотни книг, да, Шрила Прабхупады, Гуру Дея, Бхакти-шастра Махараджа, Гурдавинда Махараджа, да? У нас очень большой поток информации. Когда только начиналось, да, на Западе, в Америке, в Европе проповедь, да, преданные рассказывали, что были какие-то одна книжка там, или две, и они были скопированы где-то, они, то есть это представляете, а сейчас у нас на полках сотни книг. И для чего это? Очень важно, Гуру Дев говорит, для чего Шрила Прабхупада с вами столько книг издал, для чего я столько книг издаю, да? А Гурдев говорит, что мы должны слушать из уст возвышенных вайшнав. И также Гурдев говорит, что когда у нас нет возможности общаться непосредственно со Святой Личностью, мы общаемся с книгой. Книга, она святая. И когда мы молимся этой книге, когда мы молимся тем, кто создал эту книгу, кто ее перевел, кто ее комментировал, да, то есть перевел Гурдев, например, с бенгальского или с какого языка, то
мы начинаем общаться не просто даже с книгой, да, мы начинаем общаться со святыми. И святые по своей милости они будут тоже передавать, то есть общение саду, два вида общения саду, да, это непосредственно общение саду, и это через книги, да. Это очень важно. И Гуру всегда это подчеркивал, что мы должны знать Сиддханту, потому что если мы не будем знать Сиддханту, это будет фанатизм. Это будет фанатизм, и очень много примеров мы будем приводить сейчас. Да. То есть очень важно слушать, и тогда у нас есть возможность слушать, очень важно читать. Потом очень важно слушать, потом очень важно читать. И все это в нашем сердце будет создавать удивительные самскары, которые будут нам помогать в этом, потому что мы не будем тогда лениться открыть лишний раз книжку. Когда мы медитируем и воспеваем Махамантру, можно немножко что-то почитать, потом помедитировать, можно немножко что-то почитать, потом помедитировать. Это очень благоприятно, потому что наш ум будет привлекаться, да, к Сиддханте. А что такое Сиддханта? Это знание о бхакти, да, это знание о бхакти, как нам достичь этого. Как нам следовать этому, потому что наши ачарьи, они расписали от и до. Они написали нам ачарьи до премы. Они расписали нам, какая према, что за друг за другом идет. Да? Они расписали, куда мы будем попадать, даже потом после лишки. Когда мы пройдем прему, куда мы пойдем, будем Господа читать, потом будем Господа Радхи Кришна, так или потом, как говорится, на дорогу попадем. То есть нам весь процесс нам расписали. От и до. То есть наша задача что? Наша задача подчеркнуть это. И как приятные примеры всегда с этими буквами, да, мы должны стремиться стать именно вот этой третьей буквой, да, которая берет все в сердце, которая все приходит. Это значит, мы читаем и мы пытаемся следовать. Мы слушаем и мы пытаемся следовать. Потому что это процесс. Потому что если мы не следуем, если мы знаем, что утром очень благоприятно вставать, утром очень благоприятно воспевать святое имя. Но если мы это не делаем, мы понимаем, что это сейчас для нас только информация. И чтобы эта информация превратилась именно в то знание, вигьяну, да, о котором говорила Вишакха, да, тогда наше сердце действительно будет очищаться. Тогда мы действительно будем следовать тому процессу, который описан в этих книгах, и который нас там так мило рассказывает нам, так красиво. Об этом нам рассказывает Шихар Махарадж. Когда Шихар Махарадж рассказывает, вы видите, улыбка, и потому что вайшнавы, читая эти писания, они вдохновляются, потому что они видят непосредственно общение с этими святыми, которые это писали, которые пытаются передать нам вот это настроение. Вот это настроение, это очень важно, то есть настроение Гурудев. Гурудев говорил, что вы должны почувствовать то настроение, которое вам дают. Да, прежде всего для нас это настроение служения. Потом когда-нибудь, когда кто-нибудь созреет, да, это будет настроение Рагануга Бхакти, да, это очень возвышенно. И я надеюсь, что когда-нибудь мы придем к этому настроению, и для нас слушание и изучение Писаний будет не пустым звуком, а тем, той привязанностью, от которой мы больше никогда не сможем отказаться. Харе Кришна. Можно я про поклонение божествам пару слов скажу? Попросили реализации. Кое-что нам есть что рассказать. Правда, многие здесь присутствующие уже все это слышали. Но я повторюсь. Там Анга называется Мурти Шрадхая Стилая, правильно? То есть поклонение божествам с верой. Но, к сожалению, мы настолько неудачливы, что мы не видим в божествах Господа на самом деле. Вот. И чтобы нас хоть как-то сподвигнуть к этой вере, Господь иногда себя проявляет. И у разных преданных есть самые разные впечатляющие, вдохновляющие истории на этот счет. Но я расскажу пару маленьких историй с нашим маленьким Гопалом, который стоит вот тут на алтаре. Да. То есть изначально мы вообще не планировали поклониться божествам. Серьезно, то есть устанавливать божество. Нам как бы достаточно до сих пор было изображение божеств, которые есть в храме.
Вот. Но неожиданно нам просто подарили вот этого маленького Гопала, но не можем же мы ребенка и куда-то там в коробку и под кровать. Нет. Поэтому мы вынуждены были поставить на алтарь и какое-то поклонение ему проводить. Он был 1,5 года у нас не инсталлированный. И когда мы в эту картику привезли его на инсталляцию к Шипа Примананде Прабу, он первым делом нас спросил, как он себя ведет. А мы ему отвечаем, ну, шалит маленько, потому что в разные, так сказать, настроения, когда у него бывает, он бывает корону сбросит или перевернет ее задом наперед. Ну, то есть реально, ты утром его одел перед Мангаларати, шторки закрыл, когда начинается арати само, шторки открываем, корона перевернута. Затем был такой замечательный случай, показательный. Наверное, многие из вас знают преданного по имени Тарун Кришна Прабху. Он из группы силы Шипа Примананда Прабху, по полгода он живет во Вриндаване. И полгода он приезжает в Россию, в разных городах, проповедует, распространяет книги. На нем очень хорошо видны результаты садху-санги и те качества, о которых Ишаха говорила. Это очень смиренный, преданный, он своим просто служением вдохновляет нас всех. И он очень заботливо каждый раз, когда останавливается у нас в ашраме, ухаживает за Гопалом. Гопал, видимо, ждет его очень нетерпеливо. И вообще он в первый раз приехал благодаря ему, мы так считаем, потому что Гопалу надоело смотреть на наше несовершенное поколение. И однажды раздается по скайпу звонок, и нас спрашивают, а вы можете принять преданного, ну, ради Бога, конечно, а кто это? Ну, вот Тарун Кришна Прабху, он спрашивает, у вас божества есть? Он говорит, есть, есть. Потому что если есть человек, который умеет поклоняться правильно, мы только рады. И вот он таким образом себе выписал пуджари из Индии. Но когда он уезжал уже второй раз от нас, второе лето он у нас провел, и он собирался в дорогу, и по отношению ему делала уже Вишакха. Я за нее историю рассказываю. Она заходит в алтарь, ставит подношение на алтарь и обращается к божествам. «Вы уж извините», — говорит, — «но Тарун вот уезжает, придется мне опять вам подношение делать». И в этот момент у Гопала падает корона опять. А еще у нас стоят маленькие, наверное, многие в Индии покупали джаганатх изображения. Ну, джаганатх Баладева Субхадра маленькие такие и на подставочке. Они стоят в наклон, ну, назад наклоненные, да? И вот это изображение, оно падает вперед. То есть никаких причин не было для этого, никто их руками не трогал. Вот так ведут себя божества, чтобы в нас какую-то хотя бы веру, хотя бы маленькую зародить. И был очень трогательный и печальный случай у нас в Туласе. В эту зиму было очень холодно. И наша большая Туласи, она медленно очень, но оставила тело, и мы маленько срезали веточки. Несколько веточек я поставила в воду, чтобы они корни пустили. Но стакан с этой водой из Туласи остался на подоконнике на ночь, по моей вине. И Туласи, да, около 40 было. Да, Туласи пришла во сне к Ишакхе и говорит ей, пересади меня срочно. Вот. И когда мы утром встали, начали проводить пуджу, мы Туласи пуджу проводили, но другой Туласи. А потом, пока мы ее проводили, Ишакха этот сон вспомнила, мы смотрим на этот стакан, а в стакане вода замерзла. Да. Вот таким образом Туласи как бы проявила себя для нас. Вот. Но я знаю, что у многих преданных, у кого есть божества, у них есть подобные истории. И когда мы их слушаем, это укрепляет нашу веру, что там действительно присутствует Господь. Вот. Да.
Okay. Now, you know, now you can very briefly you can listen to some Seva Aparat, very briefly. Очень коротко услышим о Seva Aparatu. Yeah, very briefly. 5 minutes you can listen. За 5 минут 33 Seva Aparat. Everybody know this thing. Everybody know this thing when they say one time listening. Так как вы все это знаете, потом можно сделать быстро. Many people they don't know. Which is so much God thought about dating. Первое, в обуви не появляться перед божествами. And you can see it and some palukin, something, God thought about dating, no. The palukin, перед паланкинами на своих транспортах не проезжай, только там не заезжай на коне, на другом. And like this coming some third coming some Janmashtami Radhashtami, but here you don't follow this people. Наступила Джанмаштами, а вы его не празднуете. When they say this that day, doing some nice class, like our birthday. Тогда прилагаются новые одежды божествам. Готовятся вкусные блюда, поются для них, танцуются. Не предлагают поклоны перед божествами. Появляться перед Бхагаваном с неумытыми руками и ртом после просада. And impure type of impure, you know, and doing Bhagavan doing pranam. And impure hand, Если руки в просаде грязные, ты предлагаешь поклоны тоже Бхагавану. And one hand doing pranam to Krishna. Или одной рукой. One hand means like this. Вот так кланяться тоже Сева Аппарата божествам. Вот так. У вас это не принято, в Индии некоторые делают. Решать ничего, вот так сидеть перед божествами Сева Аппарата. А, спать напротив открытых божеств нельзя. And this is open to the deity's house and eating there. Есть напротив божеств нельзя. And front of a deity, you take some lie. Лгать напротив божеств нельзя. Иначе можно. Front of a deity, you take some loudly talking. Громко говорить напротив божеств нельзя. You know, this thing, sorry telling this thing, he is our worshipful deity. And he is the ideal person. He is a true person to Godhead. So, front of deity, necessary or some follow some dear divine, he is our worship deity and he is our servant, you know. So that our worship deity is the worship deity of Brahma, he is all demigod, demigoddess in worshipful. So front of some necessary can some behavior. То есть нужно прекрасно понимать о том, что это сам Господь перед тобой, о том, что ты его слуга, и так же, как перед старшим, перед Господом, кому поклоняется сам Господь Брама, Шива и другие, вести себя соответственно. So, and the part of dating, you are talking each other, talking some without Krishna, that you are talking something. А решать с друг другом свои проблемы, говорить на темы, не связанные с Кришной, напротив Божеств. And the part of dating, you are weeping. Плакать о мирских проблемах перед божествами. Если плакать перед Кришной, только просить Кришну прямо, без своих списков. And if the part of a deity, you know, you are doing some
mercy to somebody. So Krishna is looking, there they have some mercy to somebody and somebody just tried to somebody. No. В присутствии Кришны никого нельзя наказывать и никому нельзя дарить свои благословения. And the third ability, you are very evil, but Никому не произносить грубые слова напротив божества. Just like the hair, the wool from the goat. Which is the hair is coming from the sheep. Only from goat or any sheep. But sometimes what is the problem with the blanket is that the hair is falling from that animal. Whether the yak or whatever animal it is. То есть служить божествам лучше всего надо не в шерстяных вещах, чтобы эти волоски не падали. Да, критиковать напротив божественниц. Глупости нельзя говорить перед божествами. Испражнять воздух. Правильно не говорят? Испускать воздух перед божествами нельзя. Через very nice thing, offering very nice cloth. But you have Krishna able to ask, everything you have Krishna gave. But doing this seva, it's a poor seva for Padma. Кришна всегда обеспечивает всем необходимым человеку, который служит Божествам. Если тот при этом не дает ему хорошие одежды и хорошую пищу, это большая сева аппарат. And the which thing you can offer to Lord Krishna, you can eat this thing. И если человек хочет насладиться чем-то, что-то кушает, еще до того, как Кришна это покушал. Или потом предлагает это еще и Кришне. То есть есть такое правило о том, что божествам нужно предлагать то, что сейчас является самым лучшим, самым свежим по сезону. Кришна, он эти сезоны устанавливает, Кришна эти плоды делает, поэтому ему надо самое свежее все и покупать. Если человек не предлагает ему свежие овощи и фрукты, все по аппарату. If somebody can't give somebody some suddenly, then the first part you can forgive to Krishna, then give to somebody, but you accept somebody. Если вы кому-то что-то хоть хотите подарить, вам пришли в гости, все равно нужно сначала Кришне подарить, потом друзьям. Или где-то пища, одежда, все что угодно. And the third deity can do that side to Krishna. Third deity can do that side to Krishna. Спиной поворачиваться к божествам нельзя. And third of the day, do offering obeisances to somebody. Кланяться кому-то нельзя напротив божеств. And glory to somebody. Хвалить кого-то нельзя напротив божеств. And the third of this is the. Кроме Вайшнава. And the third of Gurudev, do not stand silent, must you ask something. Нельзя стоять с Гурудевом и молчать. Нужно спрашивать. And if Gurudev asking something, must give some answer. А если Гуру что-то спрашивает, тоже молчать нельзя, отвечать надо. Или напротив божеств вообще умудряться себя хвалить. Или ругать полубогов напротив Кришны. And when enter this deity's house without doing some sound can enter. Нельзя в алтарную заходить без стука. То есть точно так же нельзя без колокольчика, без предупреждения Кришны беспокоить. Understand? Понимаете? Алтарную или на алтарь? И на алтарную, или на алтарь. У кого-то просто алтарную, у кого-то алтарь. But you are not, you are very,
dirty cloth, not impure cloth, even this cloth could go to worship to deity. То есть если стоит алтарь, то подразумевается, когда ты шторки открываешь. А если это храм, то подразумевается алтарная комната, где находится божество. Там шторок нету. Не идти нельзя к божествам идти в грязной одежде. And when you take something for offering Krishna, if some look some dog, you know, dog are so greedy. This thing is not offered. Нельзя смотреть на пищу с вожделением, которую вы будете предлагать Кришне. And when you are so greedy, that time, you know, you are talking to some this god, that thing, and you are. Нельзя поклоняться Кришне в этот момент успевать еще заниматься другими делами или с кем-то разговаривать. And when you are so greedy, between worship deity. Between you go to passing stool and eating bhojan. Нельзя поклонять божествами наряду с тем, что вы идете и в туалет, там то перед этим там или между этим сходили в туалет. Это неправильно. Во время поклонения, до поклонения в туалет не ходят там по большому, по маленькому. And the void power, some kind of blood god power. You are offered to Krishna or to Krishna. Нельзя предлагать вялые цветы Кришне. And you are when go to like this many times when go to deity, worship, but you to bath, to tila, proper to dress and to. Чтобы появиться перед Кришной, нужно помыться, одеть чистую одежду, поставить тело со всеми мантрами, чтобы прийти себя в чистое состояние. And you associate with why doing associate with why. And this cloth you can go to worship. Идти к божествам в той же одежде, в которой, например, вы близко общались с женой. And when you are in Rajasthan, you also when under menstruation. Yeah, that time like this worship to deity. Когда у женщины период, нельзя при этом поклоняться божествам. And when somebody die, touch this person and go to worship to deity. Если вы увидели покойника, если вы приготовили, if you just saw. It's okay? Huh? If you just saw, not touch it, saw, then? They have no problem. Если вы прикоснулись к покойнику, после этого тоже нельзя поклоняться божествам. And put this in meal vastra, you know, and without wash vastra, and this is very dirty. Конечно, ну и женщинам тоже. Wait, this is only for men or for everyone, Maharaj? Для каждого, говорит. So, and tell, and put this oil in your body and go to what you did. Или наносить себе тело масло, а потом тоже идти поклоняться божествам. Масло? Масло, ну тут массаж делаешь. Yes. So, like this, how many the seva aparatas? Вот это seva, 32 seva aparatas, yes? Okay. Okay. If I don't remember. If you came from your job and you are very, very hungry, how to consider all these rules to take, like, to offer quickly and to take prasadam quickly? That time you can do one thing, you have been Atman, and Kali Allah Holy Remember this Atman Pakra Gandhi Jamuna Chaibu Gadavar Sarasuna Narmati Jagali, and this two mantras, this is in the Namaka Dutra, this water you can throw your head, Он говорит, тогда подходите к Ачаман Патри, делайте Ачаман, произносите две шлоки, которые вас очищают. И когда уже очистили себя, призвали святые реки, Апавитра Павитрова также, идете, поклоняетесь, предлагаете пищу. Перекусили, да, и потом очистились. Кого перекусили? Перед предложением. Нет, кто-то пришел с работы, хочет кушать. Вот я и говорю, для того, чтобы... Как без вожделения смотреть на пищу, он имеет в виду. Он имеет в виду, как без вожделения. Я поняла, что он как предложить пищу, как покушать. Вы имеете в виду, как перекусить или как посмотреть? Что? Есть хочется? Есть хочется? If you came very hungry, and you need to cook for Dapurji, so you feel lust for the food, how to cook it up? You feel greed for the food. How to cook then with this greed?
It's nature, like if you're very, very hungry, how without greed to cook? Можно перекусить перед этим? Maybe to take little bit some food, other food, and then to cook. No. Он говорит, там можно что-нибудь перекусить, бросить, либо нужно просто принять о том, что вы обусловленная душа, и вы просто неизбежно совершаете, не можете поступать совершенно. Просто нужно будет после этого раскаиваться, плакать. Очень благоприятно будет. Вы, говорит, обусловленная душа, вы по-другому поступать не можете. Молитесь Кришна, Кришна постепенно сделает это возможным. Говорит, ну как обусловленная душа может готовить, не испытывая страст к этой пище? Нужно молиться Кришне, милости в этот момент. She is asking why we cannot use red and blue, like bright red and blue cloth during puja. She is asking. Oh, this cloth is her ideas not to look like this. It's inauspicious. You know, this color like this. Which color? Like this blood color. Complete blood color. You can. And blue, which color? Blue is the complete blue. Maybe blue. Navy blue. Ага. В общем, не просто даже перед божествами показывается, вообще неблагоприятно смотреть, когда вот Махарадж как показывает, вот такие вот яркие, как вот лепестки цветов, наносить вот такие вот такой красный цвет на себе и вот такой ультрамалин синий цвет. Это неблагоприятно, это. А? Как шнур, может быть? Как шнур? Ну, это темный ультрамарин. Если еще такой бывает яркий, он прям такой болезненный такой ультрамарин. Он потом, да, потому что это раджа, because of it increase rajas, yes, Махарадж? Потому что оно увеличивает раджас и тамас у души. Можно вопрос? Как вот быть, если мы постоянно куда-то уезжаем, либо на фестивале, либо в Индию? Как вот, стоит ли все-таки, чтобы были торжества, это, и как быть стоит ли, потому что каждый раз, когда уезжаешь, она уходит. Maharaj, like the old devotees, the time to go to India, and it's time to time is going to India, Kartika, Gaura, Purnima. So much problem if you have deities or if you have Tulasi. Let's give somebody in the house. Вот это нужно давать потом каких-то доверенных преданных. Anyway, Tulasi leaves body. Even you give nice devotees, Tulasi leaves body every time. Смотрите по своей ситуации. Ну что Махарадж мне скажет вам? Ну что вы ожидаете? Why do you use the body? No, many devotees said that when they go in for Kartik, after they come into the city. Someone is watering? Yes, even watering the city. So. The Tulsi has insects also? No. When Gaur Purnima, that time we are not seeing snow. Gaur Purnima? Snow?
Till April, till April snow here. Full April here. May not. Ah? May, June, July. Нет, я прибавила. Seven. Siberia, 7 months. Они же не знают, что прибавила. Я прибавила Балтухая. Okay, go to Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna.
Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.